Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Half-Life 2. Нарушитель номер один называется. У нас это, нихера себе, блядь, ты пес, нахуй, ты что, напугал меня, сволочь? А ты там стоял, ждал, что ли? Ё-моё, ну ты там так и останешься, нет, ты за мной идешь. Ну ладно, ладно, Рафик валяется, тут что-то, блядь, мост какой-то ёбнулся. Погоди-ка, тут надо что-нибудь подобрать нам. Правильно? Или неправильно? Нет, неправильно. No parking. Отлично просто. Это ты так шумишь? Ты на дюраселлах, блядь? Что за звук, блядь, такой у тебя там из тебя отходит? Что с проводами, блядь? Ёбаный рот. Так, а там народ, между прочим. Ой-ой-ой-ой. Так просто взять Рафик и ебануть? Ну, ладно. Ладно, погоди-ка, а сюда не пройду. Я надеюсь, пса не ебнут, блядь. Блядь, его сбили, ебаный рот. Его машина сбила. Не-не-не-не, борьба продолжается. Хуяси. Так, я просто вот так вот сейчас. Ай. Ай. Ай, блядь, тачка. Ёб твою мать. Вот это пес, блядь, вот это нихера себе. Погоди, нам надо что-нибудь тут подобрать. Там что-то лежало, блядь, что ли? Пес бросил машину. Сколько у нас? Нормально, здоровье, все нормально. Ты откроешь? И здесь тоже? Это не надо такого. Мне? Вы очень любезный, мистер пес. А здесь что ты делать будешь? Блядь, там корабль десантный. Нихера, он сейчас с ним, чтобы разбиваться. Ой-ой-ой-ой. Что-то происходит. Ого. Ну ладно, а мне куда идти-то здесь? Ворота откроются? Да ладно-ка. Так, я понял, это мусорка, блядь. Я понял, это мусорка, что делать сюда идти? Я понял, все, понял, отлично. Мы такую уже видели несколько серий назад. Нас тогда, по-моему, даже прихлопнуло, что ли. Телевизор, блядь, смотри-ка. Там мистер этот был, блядь, мистер хуй. Какой, блядь? Джимен, блядь. Мне что-то на мистера, блядь, тянет. Так. А, лифт есть. Портфель. А где кнопки-то? Как тут голосовой? Блядь. Не понял, блядь. А может, портфель надо что-то посмотреть? Нет? А как мне пройти-то? Лифт тут заблокирован или что-то по-другому? А, вон оно что. Надо в обход, тут загрузка даже. Обалдеть. Что-то заглючило, блядь, да? Костер, блядь, там. Заглючил. Это что такое? Это туфля, блядь. Свет выключим. Там струляют. Это по мне? Что за звук такой интересный? А, слушай, это наше. Это наше, это не это самое, как ее, блядь. Ну, Гордон Фриман, и как раз вовремя. Нет, это не Алекс. А че, куда ты смотришь-то? Кто там? А, ты за мной, что ли, теперь будешь бегать? Крестики-нолики. Блин, первый раз такой вижу. Крестики-нолики, ладно, хорошо. Хорошо. Энергия есть. Соточка. Блин, энергии вообще полно валяется. Так. Отряд двигается. То есть мы теперь как бы в отряде. Отряд не заметил потери бойца. Это что? Это как раз часть мусорки какой-то. Ну где вы, суки? Вон там кто-то. Там кто-то есть. Это площадь. А, это телевизор за ней разбивают. Которые люди недалекие. На. Гордон Фриман, вы здесь. Доктор Фриман, мы идем с вами. Гордон Фриман здесь, не могу поверить. Че, не могу? Направить бойцов в это место. Отлично, док. А как за мной, чтобы они шли? Момент, погоди-ка, я что-то тут не вкурил. То есть мы теперь будем в группе, что ли, выходит, так?
А, они за мной двигаются, ладно. Сейчас мы возьмем тогда дробовичок. Телевизор они опрокинули. Ну-ка, свали отсюда нахуй. Под ногами тут путаются еще у Фримана. А куда идти? Сюда? Здесь, кстати, какая-то аптека, что ли? Как я понимаю. Или в здание? Но тут странно. Нет, дверь есть, кстати, смотри. Она открывается? Нет. Она не открывается. Ну, пойдемте вот сюда тогда зайдем, что ли. Оп-оп-оп, солдафоны. Блять, мимо нахуй. А вот и не мимо, блядь. Это лестница? Нет, это не лестница. Это что такое? Нет, ну это не, и не висячки тоже. И не висячки. Ну, наверное, туда надо идти, откуда вот эти вот хуи выпрыгнули. Наверное, сюда. А что здесь мы увидим? Там лестница опять же есть, смотри-ка. Опять же лесенка куда-то наверх. Загрузка. Что, блядь, какие загрузки частые стали? Это что такое? Локация-то, блядь, ни о чем. Берегись хопперов! Они везде! Хопперов? А как мне эту хрень-то? Подожди-ка, надо, может, этим самым? А, гляди-ка, да, действительно. А ну пошла вон, что там, блядь, кого накроет. Эх, блядь! Ёб твою мать! Вот это я спрыгнул. Это вот этих хопперы-то были, ёбаны. Проебанный. Погоди, а я, может, этой хуйней? Ой, а что такое? Слушай, он, кстати, его можно поставить, как я понимаю, да? Не понял. То есть мы его взяли. А если мы его положили? Бляха-муха, я все... Было по сотке, короче, блядь, всего. И энергии. И здоровья. Хэдкрабы тут уже поебаны. О, есть. Ну ладно, хоть так. Где хэдкрабы? Вон они, суки. Все, тут, блядь, никаких крабов нет ваших. Обоссанных. Энергия, ладно, нормально. 45 сотка, тоже неплохо. Ну, блин, как я... А я откуда знал, что это мины, блядь? Тихо. Я ж не знал. На нахуй. Да уйдите, суки. Ты тоже к нам, что ли, присоединился? Так, аптечка нам не нужна. По кому ты хуячишь? Ёбаный рот. Ох, не ёб твою мать. Так, что делать, бежим, что ли? Там народ, он тоже есть. Погоди, надо его ёбнуть. Дрон летит. Два. Так, и он вот эту мину ставит. Что за хуйня это, блядь? Ах ты мразь, блядь. Один готов. Так, второй тоже готов. Синяя это байда. А, смотри-ка, нихера себе, блядь, эта байда на взвод ставится, блядь, как... Когда падает. Стой, тут энергия, что ли? Блин, нет. Я не понимаю, это просто... Вот энергия. Это просто мины, что ли? Или... Уж они ползают, блин. Я вот про что. Нет, это не энергия. Вот энергия. Где? А вот это активировано тоже. Берегись! Кого? А кого берегись-то? Пошла вон отсюда. Манда, блядь. Так, ладно. Тут... Да, суки, уйдите нахуй! В кольцо... Блядь, вы что делаете? В кольцо взяли, блядь. Ну, пойдемте сюда. Ух, блядь! Тыц, нахуй. Кого-то ранило? А сколько тут? Трое? А было вроде больше. Вроде побольше было у вас. Да ну, сука! Блять, активируется очень... На близком расстоянии. Где? По кого? Ах ты мразь. Ах ты мразота, еще солдафон бежит. А в пузо ему. Виктор, 6, сотрудник убит.
Сотрудник убит. Самое интересное, что я когда вот по другой такой мини влик кидаю. А, нет, смотри-ка, это взорвалось. Или нихуя. Так, есть аптечка. По кому-то там хуечишь. Где, вижу. Сдох. Но у меня патроны-то как бы есть. Где еще мины? Я где-то, блядь, слышу, а не вижу. Все, а, вот, в кустах. У вас два уже осталось? А где еще-то один? Блин, это его убило, что ли? Ёбаный рот. Нахуй вообще со мной пошли, дураки, блядь? Зачем? Мне и так неплохо было. Одному. Так, стой, стой. Все, этот сдох. Еще что ли один? Так, это наш. Да что ты, сука, по бочкам-то, блядь, стреляй нахуй. Так, мины, погоди, давай сейчас метнем ее вон туда. А что, блядь, как близко не, нельзя, что ли? На, сука, что, попали по тебе? Не переживай, тут по всем попадают. Ой, блядь, еще один, сука, спрятался. Ну куда ты лезешь? Куда ты лезешь, дура? Вот так надо. Вышел, ебнул, блядь. Это что такое? Есть энергия. Нам сюда, походу, да? Ну-ка, свали отсюда. Ладно, хоть энергии дают немножко. О, отлично. От дробовичка патрончики. Шикарно. Но нам надо сюда. Судя по всему. Опять переход? Да ебаный рот. Я как чувствовал, что сейчас переход будет еще один. А, сплошные переходы сегодня. Не работает? А сюда? А сюда? Нам вот куда, блядь? Наверх или... Или не наверх? Уйди, уйди, сука. Так, судя по всему, нам сюда и надо. Уйди, ну что, глаза-то какие напуганные, блядь. Давай, давай, мы сейчас сюда. Блять, тут мины нахуй. А, это замки такие. Погоди, погоди, я уже запарил. Я думал, мины, блядь, висят. Так, один готов. И чего тут нам? Здесь пистолет, но мне не надо. Да ладно, я только из-за пистолета, что сюда шел. Ёбаный рот. Прости. Прости. Прощаю. Стоять. Ну давайте обследуем хату-то, блядь. Смотрит телевизор, блядь. Арбуз, блядь, гляди-ка. На нахуй. Свежий, хороший. Ну и чё, блядь? Уберите эту морду. Блин, телевизор не бьется, прикиньте. Простите, прощаю, блядь. Погоди, а что за херня-то? Неужели? Неужели это вот только ради одного пистолета сделано? Ну это смешно. Понятное дело, что нам сейчас на улице. Там народ-то он есть, он далеко. Так, где активировалась эта хуйня? Мины активированы. Ты кто? Ведите, Фриман! Ведите! Хопперов! Они везде! Да подожди ты, блядь, своими хопперами, блядь. Нам туда, наверное? А здесь что? А здесь нихуя. Да уйди ты, блядь! Что у тебя там, базедова болезнь, что ли, нахуй? Ты что так смотришь на меня? Так, тут у нас типа... Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Хозяйственного помещения, как я понимаю. Один готов! Так, энергия, патрошки для пистолета. Еще потрошки. А тут все вроде бы, да? Нам надо наверх. Уйдите, блядь, под ногами мешаются. Что вы за еблина? Тут чего, наверх, что ли, нет? Тут не пройдем, как я понимаю. Ну, ебаный рот, а. Возьми аптечку. Да мне не надо. Тут кто-то ходит, блядь, кстати. Или у меня глюки, нахуй. Не, солдафоны точно, гляди. У, да сука!
Ну что вы делаете? Да вот так надо. Я вон там руку уже отстрелил. Еще один. Сука. Ой, блядь. Ну и хуй с вами, блядь. Я бы лучше один здесь повоевал. Просто только мешаются. Тут чего у нас? Тут солдафон. Два даже было. Опа. Ну, блин, куда она мне нахуй? Мне такая аптечка уже не нужна. Мне будет энергию где найти. Камера слежения. А здесь целый пульт. Что-то не включается, не выключается. Как вы заебали, блядь. Уйдите, суки. Уйди, тварь. Вот, держи аптечку. Так, все, свет у нас есть. Это что такое, блядь? Ты не сдох. Все говорят, блядь, почему ты другим оружием не пользуешься? Почему с пистолета херачишь? А мне нравится, блядь. А мне нравится. Так, там, кстати, знаете что? Там автоматическая турель, блядь. А где, как ее схуячить? Ну чё ты, блядь, тут стоишь-то нахуй? А, она упала. Так, где? Ой, блядь. Ой, сука, вон нахуй. Ни хера себе реакция, блядь. Так, я понял. А где, где, где? Вижу. Так, тогда придется действительно взять нечто покрупнее. Двадцать два притопа, блять. А где здесь эта хуйня-то? Переход-то туда, через москвич? Блять, как в тире, нахуй. Блять, какое кривое оружие все-таки. А я уебнул, точно говорю. Ах, суки. Давай, перезвяжи. А у меня оно кончается. Я попал. Там он еще один, правда. Все, просто кто-то ему башку вынес. Кто-то просто ему репу, блядь, вынес. Сука. Вас очень много. Но у меня патронов на всех хватит. Я же наэкономил, блядь. Один готов. Один готов. Все, блядь, кончилось на этом. Вот, у меня такой теперь еще есть. У меня еще обычный есть. Так, 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 что-то надо сделать, видимо, может быть. Так, давай-ка я вот эту еще возьму сейчас. На, нахуй. Так, и что дальше делать? Сзади! А где за? О, блин, тут проход, что ли? Это куда? Ах ты мразь! Ах ты тварь! Блять, где? Откуда? Ах ты сверху еще! Ничего себе! Че там кто меня ебашит? Ты я понять не могу. Кто это, блядь? Да сука, да где? Ах ты тварь, бля, ебаный рот! Все по пизде пошло у меня. Морфий введен. Это прекрасно, блядь, что морфий-то введен. Ой-ой-ой-ой, морфий введен. Давайте вниз, наверное, сюда нам. Я не знаю просто, куда идти-то. Опа, открыто. Так где я, блядь? Так, есть еще аптечка, да? А, ну, это мы просто дверь открыли, что ли? Блядь, ёпта мать. Да, да, суки, да вы заебали, блядь, стойте сзади, твари, блядь. Так, где еще? Это мы пробрались как раз за ворота. Тут на аптечку, наверное, должно быть. Море, блядь. Так, 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 вон еще один. Готов. Готов, это отлично просто. Не, ну 82% здоровья, это, в общем-то, в принципе, нормально. Нормально, это точно. Все, этого ёбнули, козла.
Тут что, открываем? Открыли. Что там происходит? Опа! А энергетической нету, интересно, здесь? Может, и есть, кстати сказать. Но мы назад-то не пойдем, тут делать нехер, правильно? Патрошки подберем. Патрончики. У меня их не так много уже. Ну что вы, блядь, гады, что вы, гады, лезете? Все, теперь надо идти туда, наверх. Заходить в это здание. Как раз оттуда они выбегали, подлюги. Фонарь. А вон еще энергетическая. ГОшники! Ах ты, сука! Тут еще есть? Нету. Дай-ка мне энергии-то, я тут, да, блядь. Восполню немного. Блядь, проебали как сильно. Эти мины ебашут, блядь. Так, все нормально. 91-75. Можно жить. Можно даже сохраниться. И теперь коробочку вскроем. И здесь еще у нас ждет. Нас ждет энергия, по-моему, была, да? И аптека. Фонарь выключим. Господа, господа хорошие, не могли бы вы рассосаться нахуй отсюда, а? Как вы, блядь, задолбали, твари? Что за хуйня? Здесь наверху, блядь, ебаный рот. О-о-о. Так, я тебя поставлю куда-нибудь вот сюда. Вот в стену ебашь нахуй и все. Блин, а дверь-то не открывается. Ой-ой-ой-ой. Тогда вниз, а что, больше тут... Вариантов-то, блядь, немного. Вниз, коробочки. Так. Оп, оп. Отлично. Коробочки. Сука, перебегают, как, блядь. Блядь, перезарядка. Блядь, не могу уйти. Давайте там его убейте, блядь. Где еще? Там еще где-то один. Может, не один даже. Я ж чувствую, блядь, я рацию слышу, блядь. Где-то еще один должен быть. Так, ну, блядь, уйдите, на, уйдите, блядь. Чтобы я вас не видел, а. Я бы один здесь прошел, как нихер делать, блядь. Но эти твари мешаются только, блядь. Так, что у тебя тут? Аптечка? Нормально. Так, вон, вижу, вижу. Так. Что-то взял. Кстати, энергию взял, отлично. Ёб твою мать, ну как вы, суки, да уйди, ну уйди, дай я пройду, посмотрю, что в толка нет. Может, я срать, блядь, хочу, приперло, блядь, вот. Хоть палец, блядь, пальцем затыкай, ну. Так, что там такое? Летающее говно? Вот так вот. Никого, никого. Все, 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 дайте, дайте, дайте пройти. Вот просто дайте пройти. Тут чего, кружка, блядь. Наливай. Кружка, блядь. Здесь, здесь закрыто. Оп, оп. Аккуратненько, тут есть аптечка. Но мне она, блядь, нахуй не нужна. Ну, одну аптечку возьмем. Так, 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 тут кто есть? Тут нету... Блядь, пушка есть. Залупушка, блядь. Так, нет, 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 погоди, мы вот тебя сейчас так поставим. И стой. Там еще две, что ли? Ага, две. В другую сторону ебашут. Хм. Ну они сейчас на нас, блядь. Да куда вы, ебанутые, блядь? Куда ты, ебанушка, блядь, сунулась, а? Возьми аптечку. Тут пушка, блядь, автоматическая. Они лезут, блядь. Да куда? Свои идиоты, блядь. Блядь, как ее повернуть, нахуй? Где? Эх, нахуй. Зарядите, доктор. Так, мне надо... Мне надо зарядиться. Куда вот? Наверх? Или туда? Я не знаю, на самом деле. Может быть, проверить подвал? Может, тут что-то есть? Блять, тут на другую локацию переход. Блин, может, вернемся, посмотрим, что там есть.
Погодите, мужики, блин. И дамы. Конечно же. Может, вернемся? У нас тут здоровье есть, все есть, как бы. Не открывается. Коробки вон есть, смотрите. Как нам ее? Как нам ее взять-то, блин? Давай, может быть, гравихватом. Опа! А что тут мы сейчас разобьем их, да и все. Вот так и взяли. Вот и все! А я мозги ебу. А я ебу голову. То есть 152 брони. 52 брони. Единицы. Идем далее. А вы отсюда не уходили, что вы так и ждали на другой локации? Подземная парковка, как я понимаю. Сейчас оттуда побегут, суки. Ох, блядь, так, а у меня есть такая штука. Сейчас, иди сюда, у меня гравихват есть. Сука, не улетай, бздец, ты чует, чует, тварь. О, блядь, сколько много вас. Вот и все, иди сюда, еще одна. Тут даже, блядь. Еще одна летит, что ли? Иди сюда. На тебя об стену уебу, блядь. Итак. В графике что-нибудь есть, по-любому. Где? Еще, что ли, где? Не вижу. Блядь, что тут целая стая, блядь, их летит. Ну, че, нахуй, ебнули, что совсем? Вы там размножаетесь, что ли, блядь? Один готов. Я тут всех перебил, блядь. Один готов, нахуй. У него, блин. На нахуй в стену. Блин, там еще один где-то. Где, где, где? Вон он. Иди сюда. Так. Ой. Сейчас я гравихватом тут всех заебашу. Где еще? Еще одна где-то видел. Вон. Иди сюда, подлюга. Ладно, вы там стреляйте, блядь. Я просто пройду. Может, вы тут останетесь все, блядь. О, подобрал пульки. Вам там не надоело, блин? Эх ты, а мне куда надо-то? Сюда, через трубу, что ли? Ложись! А куда идти? Я что-то не понимаю. В бочку? Не, ну в бочку я не пролезу. Может быть, сюда надо запрыгнуть? Ты, сука, такая... Блин. И чё это? Она не открывается. А там замок, кстати. Во, открылась-то. Ничего себе. Так, гравихват. Патронов не надо. Я очень надеюсь, что нам сюда и надо было идти, потому что мы назад, блин, наверное, не выйдем. Да, блядь, как вы заебались, твари, блядь. Где, где, сука? Просто полностью все расхерачивает. Патронов не нать. А тут уже люди, блядь, стоят за Волгой сейчас. Блядь, тут эта бочка, нахуй, ни к силу, ни к месту. Рука у нее там. Жопа. Так, пиздануло. Еще там, он, давай, сразу три бочки, блядь, захерачиваем, блядь. Ой, нет, это обычные. Блять, я нашел место, конечно, спрятаться, вообще охуенно. За бочкой, блядь. Итак. А теперь горбатый, блядь. Да уйди нахуй. Одна, что ли, ты осталась? Баба? Это она на бабу так отреагировала, блядь. Охуебанные фемки, блядь. Ой, блядь. Так, ладно, идем дальше. Сюда, подожди ты, блядь. Коробочки есть. Во. Одну минуту. Я заложу несколько зарядов и взорву поход. Че, а, взорвешь ворота? Ну, ладно, давай, взрывай. Блять, сколько вас тут много, ты глянь.
Сейчас, сейчас, бабу, наверное, сейчас съедят, блядь, я как-то понимаю. Так. Самое опасное — это вот эти вот козлы, блядь. Народ сейчас разъебашим. Все, баба убила, убила, блядь. Ты там, блядь, взрывать-то долго будешь? Мужчина, блядь. Перезарядка, мать ее. Так, фонарик. Там еще один есть, я точно слышу. Слышал. Хорошо, последний заряд это там орет, блядь. Блин, а у нас же тут оружие было, я что-то его не заметил, блядь. Так, он по мне не попадает, я... Нет, я попадаю. Сейчас рванет... Сейчас рванет... Так, 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 погоди, ты, блядь. И правда, рвануло. Так, бабу с базедовой болезнью мы не уберегли. Да и хуй бы с ней. На самом деле, меньше мешаться будет. Тут заебали, блядь, эти помощнички. Все, оружие собрали, можно идти. Проходите, Фриман, и побыстрее. Да что ты, блядь, какой ты шустрый, нахуй. Откуда ты такой, блядь, взялся, нахуй? Ну, чё? Пойдемте. Сюда? Нет? А куда идти-то? Дверь заперта с обратной стороны, доктор Фриман. Может попытаться обойти вокруг. Не. Попытаться обойти вокруг. Хорошо, а где вокруг? Вот здесь, что ли? Ёб твою мать. Обойти-то вокруг. Серьезно. Хорошо, что вы в костюме. Да, отлично просто, что я в костюме, блядь. Просто, а я сам рад, блядь, до безумия. Так, аптеку взяли. Тут что такое? Да ладно. Радиация ебенит, блядь. Ты погляди-ка. Оп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Так, я понял. Нам, тут, наверное, дорогу какую-то выстроить. Чего ли, блядь? Давай возьмем вот эту катушку. Блядь, куда ты ее нахуй уебал? Так, как-нибудь вот... Может быть, здесь ее? А, да, и что, а дальше-то куда? А, там еще одна есть, смотри-ка. Так. Блядь, сейчас дорогу будем строить. Отлично просто. Хорошо. Так, где кто? Вижу. Ах ты, тварь, блядь. Ты сдох, надеюсь. У нас фонарик, блин, надо фонарик, чтобы подзарядился маленький, я не вижу. Куда эту хуйню все ставить? Чуть-чуть осталось. Все, фонарик заряжен. Заряжен. Осталось. Вот сюда прыгнем. Где? Где, сука? Где эта тварь? Вижу. Может, дробовика? А нахуй. Блять, хоть краб живой, что ли? Где еще? Еще один. Еще один. Еще один. Так, он еще один восстал. Из мертвых. Так, готов. Ой-ой-ой. Что тут до хуя, товарищи, блядь? Ну ладно, как я так ебанул-то его? А куда идти-то нам? Еще дальше, что ли, надо? Так. Ну тут, кстати, есть еще одна такая хрень. Ну давайте подтянем тогда. Наверное, как-то вот так, что ли. Только не падай, блядь. Иди сюда. Кладем. Ой-ой-ой. Блин, я прыгнул случайно. Я надеюсь, я правильно иду. А тут, блядь, больше некуда, по-моему. Ну я там прохода не вижу нигде. Где? Блять, я слышу где-то этот... Вон он идет. Иди поближе. На, мразь. Еще один. Тебя туда же, блять. Блять, солнце вообще прям вовремя выглянуло на улицу у меня, блять. Отлично просто. Я как раз ни хрена не видел, блять.
А сейчас вообще ничего не вижу, блин. Давай, давай, съебывай, блин. Ой! Внимание, опасный уровень радиации. А, вон по трубе нам, наверное, куда-нибудь надо. Или нет? Опасный уровень радиации. Он везде опасный. Там, кстати, что-то лежит, блядь. Блин, аптечку не могу взять. Я ее подтянул немного. Ну, слушайте, а куда еще? Тут, блядь, больше некуда. Блядь! Тут, сука, запрыгни! Сюда? Ну-ка нахуй ее отсюда, оттуда, блядь. Все, пошла вон. Так, еще здесь. Ну, тут тупик. Тупик. Ты, блядь, закрытый, ёпта мать. Ага, все нормально. Нет, значит, все правильно идет. 80 здоровья, 43 брони. Нормально. Нормально. Жить можно. А здесь вон аптечки наверняка валяются. Целая куча. Одна. Патроны есть. Все шикарно. У нас даже есть патроны. Патроны от дробовика. Еще нормальное количество. Я вот про что. Улица, блядь. Вы мне нахуй не нужны, я вам хочу сказать, господа. Я вот давайте вот сами вот этих хедкрабов ебашьте, блядь. Я... Блядь, так и пришлось самому всю работу делать. Ты кто? Доктор Фриман, если вы ищете, где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Доктор Фриман, если вы ищете, где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Я вообще-то это с первого раза понял, ну ладно. Так-то. Ох, нахуй. Во, бляха, как я его ебанул. Ну, правда, с опозданием, надо признать. С опозданием. Давай-ка вот эту херню разобьем. И что мы тут увидим? Кто-то где-то ебашит из пулемета. Ну-ка. Альянс на заре. Так, 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 все, все, хорош, блядь. Этот самый пиздеть, нахуй. Это что такое тут? Что-то стена какая-то упала. Повсюду коробки. Коробки с припасами, но мне не нужны. Да уйдите, суки, блядь, заебали вы нахуй. Как вы, твари? Никогда это не закончится, блядь. Гранат. Гранат! О, дробовик есть. Одна пулька. Ну вы кому там ебашите? Дайте я тоже посмотрю. Блин, мы не более далеко там. Тогда сейчас мы пойдем. А это что сидит на диване, блин? Че вы тут, блин? Отдыхаете? Не время, как бы. По кому он херачит тут? Так. Отлично. Эй, это я, открой дверь. Пароль, пароль, пароль. Шикарный пароль, блядь. А чё, кто там ебашит, а ты сука? Я тебя даже не видел. Пароль, пароль. Все, давайте вот на этом моменте останавливаться будем. И продолжим в следующей серии. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.